Всем привет, ребята! Ну что, у нас сегодня немного такой опять безумный эксперимент. Значит, что хочу сегодня сделать? Видите, автомобиль у меня девяточка, он как раз после покрасочки, тут 35 слоев лака. Как бы не криво, да? Я тоже так подумал. В общем, на самом деле, тачка, видите, она чистенькая, хорошенькая, свежепокрашенная, все нормально. И вот у меня вот столько вот рулонов, короче, стрейч-пленки. Ну и что хочу сегодня сделать? Сами понимаете, да? Машина, стрейч, свежепокрашенная, тем более тачка. Ну вот представьте, да, что вам покрасили тачку, там отполировали, там тыры-пыры, вы ее, блин, хочу вот доехать до гаража вообще, чтобы ни пылинки не было, чтобы не протирать, а там не царапать покрытие, ничего. И так, дай-ка мотану, блин, тачку стрейчем и поеду, приеду в гараж, размотаю и будет вообще прям, как будто вот ее здесь и красили. Вот, ребят, сегодня будем проверять, короче, вот этот лайфхак. Замотаем свежепокрашенную тачку стрейчем и покатим. Погода нам позволяет, у нас как раз сейчас прошли такие хорошие дожди, грязи много. Поеду покатаюсь, ну, проеду по городу, проеду также где-нибудь по полям, там, даже найду, возможно, такие кусты нормальные, чтобы можно было боком шоркнуться об них и посмотреть, как пленка спасет или не спасет. Возможно, стрейч поможет. Давайте узнаем. Погнали! Вот, ребят, результат, что получилось. Вот так у нас машинка замотана. Сколько слоев, честно вам не скажу. Пытались поначалу посчитать, но сами понимаете, это вообще бессмысленно. Это надо было ставить человека, который стоял бы тут счетчиком и фиксировал каждый оборот. Ну, по факту здесь очень много стрейч. Очень много. Поэтому сейчас мы поедем в очень хорошую грязь и посмотрим, как он защищает. Погнали. Опа. Чик. Ну все, я пошел. Не знаю, как вы... Я уже здесь. Что? Ну вот, ребят, дождался, пока будет дождь. Прям реально под дождем приехали. Потому что шли дожди, когда все мы это дело начинали. Потом буквально их не было несколько дней, но их и до этого не было. И получается, и ждали еще несколько дней, пока они шли. Потому что, ну реально, прям вода, она просто впитывала землю. И вообще нигде грязи не было. На асфальте стояли лужи, а выезжаешь в поле сухо. Ну вот теперь уже всю ночь, полдня идет, все хорошо, все отлично. Вылазить не буду, потому что приехал еще дождь, фигарит. Специально поехали пораньше, чтобы попасть именно в самый вот этот вот прям замес. В общем, короче, в этот прям самый замес попали. Погнали, короче, теперь погоняем. Ну, лишь бы до поля доехать. Ну, давай. Ну,
пошла, родная, давай. Здесь давай по колее, ничего страшного. О! Отлично, все, я на поле, вырвался. Я пытался на ней включить заднюю передачу, потому что все отрегулировано очень хорошо, и она просто отломилась. А она вареная уже была, представляешь? Вот что у нас получилось. Конечно, мы не оффроудцы, оффроудцы, но в любом случае как-то вот так немного ее подзаморали. Ну, что могу сказать? Не, ну грязный. Нормально прям. Пойдет для нашего эксперимента. Самое-самое такое замечательное. Понятно, что сейчас даже фары включать смысла нету, потому что их видно не будет. Так, ну ладно, теперь нам что надо узнать? Теперь нам надо узнать, как наша пленка повела себя. В любом случае, где-то в траву заезжал, где-то поначалу по кустам ездил, как я говорил, все это было. И теперь нам надо вскрыть и посмотреть, насколько автомобиль заморался. Давайте, короче, дафиг снимем всю эту пленку и посмотрим все-таки, как она у нас выглядит. Поехали! В принципе, то, что и следовало ожидать. Да вот, ребята, смотрите, автомобиль абсолютно вот чистый. Ну, вот такие вот места, да, такие вот крыша, да, крышка багажника, там задние крылья, там задние двери, только вот по ребро. Ну а впереди, понятно. Вот эти вот места впереди, передний привод очень сильно кидает. Тем более, это не первый выезд уже, а второй, один раз я уже на нем ездил. То, что даже здесь по порогам, ну, пытались сделать так более-менее герметично, а то есть заклеивали скотчем. Ну, конечно, где он нафиг выдержит? Скотч, конечно же, отвалился, пленка начала болтаться, и вся вот эта грязь благополучно залетала под пленку, ну, видите, да, и причем таким довольно-таки неплохим слоем, что с одной стороны, что с другой. Ну, впереди, понятно, здесь фары, не фары, этот бампер, а тут, ай, отечественные тачки, они прям очень нравятся. Сами знаете, здесь все летит, плывет, так что просто мам не горюй. По факту пленка работает на 107%. Реально, тачка
будет чистое, будет целое. А также, что касается царапин, ребят, ну правда, посмотреть не могу, она грязная. Но в любом случае, вот такой слой пленки пробить не так просто. Вот. Поэтому, ребята, результат нашего эксперимента какой? Если вы хотите свой автомобиль довести там в целости и сохранности после покраски, не знаю, после полировки, да просто после мойки, неважно, там с одного города в другой, и у вас нет чехла, которым можно закрыть автомобиль, вот, встреч! Вот такая классная штука. Рекомендую всем. Ребята, у меня на этом все. Поэтому подписывайтесь, смотрите, комментируйте, что-нибудь предлагайте, ставьте вот такие лайки. А у нас пошел дождь. Ну ладно, всем пока.